трамвае, проехались по маршруту, посмотрели, как это работает, как это будет работать. И в следующей неделе, я думаю, мы приступим к реализации этого проекта, где можно будет оплатить проезд посредством приложения в мобильном телефоне. Достаточно интересно, при наличии тех опций, которые уже имеются, выбор транспортного средства, отследить маршруты, построить себе маршруты, дополнительная опция еще и оплатить безналично билет, я считаю, что это уже достаточно большой спектр таких услуг, и это будет очень удобно пользователям нашего транспорта городского.